Люмен. Отражение. Все просто. И обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Джоникс. Перед нами главный кнопок программы. Сразу отмечу, что данный инструмент не претерпел каких-либо изменений, по крайней мере с версии 5.0 до новой 10 версии. Откроем один из предложенных полигонов. В моем случае полигон уже открыт и на нем размещен импортированный объект. Выбор пал на многоэтажное здание с множеством окон, что позволяет детально рассмотреть параметры инструмента отражения. И перейдем же к нему. Справа кнопка «Видео» или «Фото». В моем случае это «Видео». В ролике уже используется такой инструмент, как «Солнце», для примера днем и ночью. Чтобы открыть инструмент отражения, слева заходим в FX «Добавить эффект», раздел «Свет и тень», 10 версии, последний раздел «Отражение». Теперь инструмент отображается слева от окна редактора. Жмем на инструмент, раскрывая его, затем жмем «Редактировать». Открывается редактор размещения отражающих плоскостей. Правильно собранный с текстурами объект здесь играет свою роль. Чтобы начать применять отражение, снизу слева жмем на плюс «Добавить плоскость». При наведении на поверхность плоскость будет либо красной, либо зеленой. Чтобы добавить отражение на плоскость, она должна быть стеклянной или отражающей, типа металл, или просто гладкой. Далее левая кнопка мыши «Готово». Для сложных зданий плоскостей отражений может быть несколько, и здесь это предусмотрено. Можете разместить от 1 до 10. По завершении размещения жмем ОК. К настройкам. Уменьшить мерцание. Отвечать за проработку отражений. При детальных сценах оптимально оставить по умолчанию. При масштабных можно выкрутить до максимума, до конца, то есть, если на объекте не заостряется внимание. Порог отражения. Границы просмотра отражения. Его действие хорошо видно на другом примере, где отражающих поверхностей в избытке. Предварительное качество. Качество отображения в редакторе от не очень к очень даже. На конечный рендер не влияет, только на загруженность сцены. Speed Tray отражение. Поиски данной технологии не увенчались успехом, однако при детальном разборе самого названия можно заметить, что оно состоит из двух слов Speed – скорость и Tray – луч. Новая мысль о технологии Ray Tracing – трассировка лучей, симулирующая физическое поведение света. Иными словами, дополнительный улучшайзер. При сравнении дневных сцен наличие Speed Tray несущественно. Чего не скажешь о ночных. По итогу скажу, что отражение не бывает лишним. Оно добавляет сценам сказочности и реалистичности. На этом урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!